Всем привет! Привет! Сегодня очередное кулинарное видео. В прошлом видео мы готовили курник в торпеде 2 в 1. Курник нам понравился, хотя кто-то нам писал, что это не курник, это пирог куриный. Вот. Ну, мы его называем курником. Мы его много раз готовили, в принципе, что о нем говорить? Да. Ну, несмотря на то, что там дно пригорело, мы вообще хотели сказать, что мы дно у курника никогда не съедаем. Оно как подстилка у нас получается, а съедается верхняя часть вообще. Поэтому, ну, считаем, что курник получился отличный. Мы его в 2 прихода оприходовали. Быстренько вдвоем, вихаре. И ничего от него не осталось. Сегодня мы будем готовить британская кухня. Мясо в горшочках по-ланкаширски называется. Ну, еще называют это блюдо хот-пот. Поехали. Короче, не по-нашему. Не по-нашему. Поехали, там в процессе все покажем. Итак, для хот-пота, точнее мяса в горшочках по-ланкаширски, нам понадобятся горшочки. Мы приобрели побольше горшочки. Ну, кто видел, мы готовили жаркое в горшочках, там поменьше были они. Я не наедаюсь. Поэтому... Надоедается 4 дня. Да там за раз съедается и еще, это, и еще хочется. Поэтому взяли побольше горшочки такие. По 1,5 литра они, по-моему. А, нет, 1 литр. 1,1 литр. Горшочек для тушения. Вот, потом нам понадобится баранина. Ну, если в количестве 20 кусочков, 600 грамм где-то здесь. Курдюк, хоть он, ну, в рецепте нет его, короче, но мы на дно положим, чтобы как жирок был чуть-чуть. Соль, перец, 3 луковицы, 3 морковки вот такие вот, 6 картофелин, 0,5 литра бульона куриного. Ну и так как мы делаем традиционный рецепт, потому что он отличается от того, который сейчас делают, отличается он тем, что в традиционном рецепте добавлялись устрицы. Вот мы купили 12 штук устриц. Такие непонятные существа. Живут они у нас в холодильнике уже 3 дня где-то. Вот. Мы о них заботимся, да? Ну, по одной мы съели, короче, они, оказывается, сырыми едятся, ну, мы даже и не знали. Отдали за них 1000 рублей, там акция какая-то, ну, в кафешке была, что 12 устриц за 1000 рублей. Мы не удержались, попробовали по одной, короче, по 5 штучек в горшок добавим. Вот. Почему сейчас их не добавляют? Потому что раньше устрицы были, ну, как бы доступные в каком-то там веке, не знаю. Это мы в интернете информацию прочитали. Вот. А потом их просто, ну, они стали дорогие, и поэтому их перестали добавлять. Ну, без устриц это получится, в принципе, то же самое. Это рагу в горшочек, который мы делали. Поэтому мы делаем по традиционному рецепту с устрицами. Ты еще не начал, у меня уже на отделение пошло. Не, устрицы так попробовали, они это, ну, солененькие такие, ну, как морепродукт, прикольные. Нам понравились. Правда, обосрались с утра, не знаю, с чего. Горшочки сейчас к теплу ставим, чтобы они... Не лопнули, ну, резко, да, они... на холоде. Резкий перепад не был. Зима все-таки на улице. Ну и теперь подготавливаем наши ингредиенты. Мясо у нас, в принципе, готово все. Курдюк тоже готов, нарезан. Сейчас нарезаем лук. Полукольцами. Вообще в рецепте это все готовится в одном, ну, большом глиняном горшке, ну и в духовке. Мы будем все это делать в очаге на углях. Как всегда, не по рецепту. Не ищем легких путей. Нарезаем морковку такими вот кружочками. Сегодня погода классная, да? Да, что-то минус 10, что-то прям красота-то. Ветра нет, тепло. Собака не гавкает. Собака не гавкает. Только трактор трактит. Вау. Вторая кошка. И нарезаем картошку вот такими тоненькими.
колечко. Что-то мне кажется, у нас все это не вместится в эти горшочки. Мы оставим, потом потушим отдельно. Все, все ингредиенты готовы. Устриц мы сейчас по ходу это вскрывать будем. Вот. По ходу вскрывать. Берем горшочек, выкладываем ингредиенты. Половину курдюка на дно кладем. Половину, потому что у нас два горшочка. Кладем 5 кусочков мяса, потому что у нас их 20. Ты посчитал? Да. Выкладываем слой лука. Наверное, много. Для большого горшочка рассчитан. Слой морковки. Солим. Перчим. Еще 5 кусочков мяса. Картошки уже некуда складывать. Слой лука. Морковки. Прессуем. Солим. Перчим. И теперь сюда надо устрицы выложить. Как это вскрывать? Устрицы — дело нелегкое. Чего они так запечатались? Холодно. Вот такая фигня там. Здесь мы выкладываем сюда. Эти ракушки, чтобы не попали. Чтобы без зубов остались. Кушай вниз. Мурка у нас почти все рядом. Не смейтесь, мы не спецы открывания этих ракушек. Мы же каждый день их едим. Первый раз в жизни. Вот это надо попасть. Осторожно. Есть инженер, а есть еще шеф-повар, что ли? Да, у нас шеф-повар. Слышь ты? Жал уже, осторожно. Палец я себе все равно расклинатил. Не умеем мы их открывать. Все, устрицы выложили. Теперь сюда выкладываем слой картошки. Также солим, перчим и заливаем это бульоном. Бульон замерз.
Пока второй горшочек заряжаем, поставим к теплу поближе. Этим достать. Повторяем ту же процедуру со вторым горшочком. Курдюк. 5 кусочков мяса. Лук. Морковка. Солим. Перчик. Остальное мясо выкладываем. Опять лук. Морковка. Солим. Перчим. Теперь открываем этих долбанных устриц. Ой, снимай, снимай, когда красиво получилось. Скажи волшебный повод. Сим-сим, откройся. Какие тут хорошо поддаются, какие-то сложно. Последний рывок. Еще одна. Я уже замучился их. Конечно, это все проще делается, но мы не знаем как. Все, с устрицами закончили. Теперь опять выкладываем картошку. В принципе, у нас картошки вот чуть-чуть осталось. Лука много. Так, солим. Насчет соли не знаем, как. Ну, бульон соленый и устрицы они соленые. Поэтому лучше потом по месту подсолить. И заливаем сюда бульон. Он растает. Тут уже жарится. Угу. Нифига он не растает. Надо, чтобы бульон растаял, он весь туда чуть не помещается. Сейчас в угли ставим, ну и минут через 10 дольем остатки бульона. Накрываем крышечками. Вырубаем угли. Ставим один горшочек. Ставим другой горшочек. Первый раз ничего не лопнуло. Да пока не лопнул. Нет. Да вон лопнул. Капец, а чё? Залили мы полностью бульоном. Тут что-то они трескают. Трещат там. Вон, по-моему, потек. Что будет, то будет. Покажем, как есть. Пахнет рыбой жареной. Горелой. Все, короче, накрываем очаг. Если его полностью накрыть, то угли начнут тухнуть. Поэтому подложим вот деревяшечки. Чтобы воздух туда подходил. Ну, ждем, я не знаю, через полчаса проверим. Хотя написано на медленном огне в духовке 2 часа, чтобы это все там тушилось. По-моему, все ломается. И потом после 2 часов надо огонь прибавить, крышки снять, и чтобы картошечка поджарилась снаружи. Не знаю, что у нас получится. Ну, что получится, то и покажем.
Ждем. Ждем. Прошло минут 50 или час. Короче, где-то так. Два горшки какие. Какие забывшие. Шашлыком. Вот так, походу, уже шашлык не надо. Походу, в этот раз он сгорел. Даже поджаривать не надо. Все, вытаскивай. Вытаскивать? Да. Ну, готов. Ну, по-своему раскрасили их. Они отмоются? Или они одноразовые? О, у тебя там еще куча еды осталось. Поджарился. Почти как на картинке. Там внутри. О, мягко все. Картошка вкусненькая. Солененькая. Солененькая. Угу. Дай мне попробовать. Сейчас. Налил еще. Надо мясо попробовать. Что там с мясом? Сюда что-то? Надо сложить. Короче, горшки оказались одноразовые. Они что-то все трещины пошли. Горячо. Вид такой невзрачный. Где место-то? Горшок. Мясо мягкое прям. Все приготовилось. За 50 минут. За 50 минут, да. Мидия это. Устрица. Ну, устрицы вообще не знаю тут. Никакого вкуса, ничего не ощущается. Там ты. Для чего они там, непонятно. Так вот, жаркое, вкусно, с бараниной, перчиком, чуть переборщил, по-моему, остренькое. Ну, попробуйте. Мясо еще. Иди на запах. Я предполагала, что устрица, наверное, устрица? Миди. Ой, устрица. Да. Для того, чтобы перебивать запах баранины. Да, ну если нормально барань, что ее перебивать? А здесь, по-моему, беспонтовая устрица. Очередная тысяча на ветер. Зато мы узнали, что такое устрица. Ладно. Куда он падает? Мягкая вообще, да? Угу. За 50 минут. Вот такой мягкий. Ну вот бульона, видать, много налили, поэтому, ну, выкипело, но такой невзрачный вид. Зато не развалились, склеились.
Ну, горшки, походу, выкинуть надо, вот они полопались, кажется. Вот трещины пошли. Ну, посмотрим там снутри, как будет. Что-то я это стал брать, он трещит. Сейчас донести домой бы как-то это все. Нет, это надо здесь в это. В блюдо? Ты не донесем, мы что, прокормим? Ну, тащи тогда чашку. Сейчас выложим и покажем. Я вперед. Куда? А, за чашкой? За чашкой. Да ты аккуратненько. А, ну ладно. Ложечка. Ты больше съел, чем выложил. Вкусно очень. Аккуратнее с этим, он может лопнуть. А что я помню, мне так же надо выкладывать. Смотри, еще жидко все осталось. Ну это же жирок, наверное. Наверное. Треснуто. Ну, точно треснуто. Пока не помоешь, короче, не надо. Вот такой хот-пот у нас получился. Жаркое в горшочках. По какому я уже забыл. Ну, несмотря на то, что страшный вид у горшочков, очень вкусное, нам понравилось. Сейчас пойдем дальше распробовать. Сейчас выложили все это в блюдо. Горшки, не знаю, даже не будем, наверное, отмывать, пробовать. Ну, замочим, посмотрим. Они стоят там 250 рублей, один фигня. Почему-то те маленькие у нас не лопались до этого, а эти, вот, ну, не знаю, может, что-то неправильно сделали, короче. Лопнули. В общем, всем приятного аппетита. Всем спасибо, кто посмотрел видео. Мир, добра, здоровья всем. Ждите новых видео. Всем пока.